Всем доброго дня. Привезли себе земельки. Готовимся к весенней посадке на следующий год. Земелька такая прям неплохая. С песочком. Верхний слой. Вот травка росла. Перемешиваю я ее с торфом. Из Московской области привозили торф из торфяников. Вот ей уже лет 5, наверное, этой земле нашей. И нам ее еще на 100, наверное, хватит. Вот перемешиваю через сетку. Одна лопата торфа и 2-3 лопаты обычной земли с точки. Отход в тележку и под деревья. Вот такая вот работа идет. Подготавливаемся потихонечку. Вот. О, Андрюшка тут червячков копает. Привет, Андрюшка. Привет. Ну что, тут много червячков? Да, 3 уже появилось. 3 червячка? Да. Ой, да ты ж молодец. Куда, на рыбалку, что ли, собираешься? Наверное. А, то есть ты еще не знаешь. Ну взял бы перчатки, но что ты руками? Я же тебе сказала, там перчатки есть. Помою. Да помоешь, конечно. Кто-то занимается снятием пленки с балаганов. Сейчас будем убирать эту пленку. Надо нитку скрутить. И затем уже пленочкой заниматься. Здесь уже все мы убрали в балаганах. В этом балагане уже обработали хлоркой. Подготавливаемся, чтобы не было никаких болезней на следующий год. Остатки помидор собираем, складываем. Цена немножко упала на 4 ноября, где-то в районе 100-110 рублей, да, Миш? Сейчас. Такая цена. Есть, конечно, и отход. Как же без отхода? Так, ну все, всем пока. Небольшой обзорчик наших дел я вам показала. Последняя. Зеленоватая, правда? Вкусненькая. Хорошая. Сладенькая. Зима на дворе, а мы с клубникой идем.